Всех приветствую на канале Helping Animals. Убирая мусор, мужчина услышал тонкий писк из мешка. Рабочий клининговой компании в Майами занимался рутинным трудом, подбирал мешки с мусором и забрасывал их в контейнер мусоровоза. Когда очередной черный пакет шлепнулся на груду прочих, ему показалось, что изнутри раздался тонкий плач или писк. Мусорщик раскрыл мешок и нашел там еще один, плотно запечатанный. А внутри было что-то живое. Этим существом оказался щенок неизвестной породы. Совсем маленький, недели 4 от роду, он был обречен на смерть. Некто плотно закрыл мешок, чтобы песик просто задохнулся и его никто не нашел в груде мусора. Но малышу повезло, и вот его уже осматривают волонтеры из приюта для животных. Удивительно, но удушье не успело серьезно навредить щенку, хотя выглядел он неважно. Ветеринар сказал, что у щенка серьезный шок, и в ближайшее время он не сможет ничего делать. Ни есть, ни пить, ни позаботиться о себе, пришлось женщине по имени Пина взять на себя обязанности сиделки. Спустя пару дней он начал проявлять признаки активности. Дина оказалась самым обычным щенком, помесь каких-то мелких пород. Она просто хочет жить, старается выздороветь и отчаянно машет хвостиком, приветствуя своих спасителей. Когда она подрастет, ей подыщут постоянную семью, а пока стоит воздать должное Пине и мусорщику. Ведь если бы не их усилия, Дина так и умерла бы в том мусорном мешке. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.